Всем привет! Вы на канале Мои Питомцы. И сегодня я проснулся и увидел, что улитка отклала яйца. Вот это, мне кажется, отклала яйца. Это турбо. Вот наш клитч. Лазит он. Пусик. Такой, чего меня потревожили? Уже второй он появился. Прям второй. Вот в домике, да, у них тут не убрано. В домике кокосы там. Вообще. Сидит куча. Здесь так положим. Это уже пятая кладка. Ну, это пятая кладка. Вообще вот этих вот улиток, которые они сделали, ну, вместе. Она уже пятая. Именно вот это сделать три кладки, а вот это две. Скорее всего, она еще беременна, но, ну, может тоже в ближайшем времени откласть кладку. Вот это вот корешня, это кокосовый субстракт. Такой. Улитки в него зарываются и ползают. И спят. Смотрите, после как у вас отклала улитка яйца, нужно потом ей хорошо и часто питаться, потому что да, ее организм, так можно сказать, расслаблен, и ей нужно насыщаться витаминами после кладки. Вот такое у нас видео. Я уже видел, что вы поставили 15 просмотров. Вы просмотрели 15 просмотров уже под улитками маленькими. И будет еще одно видео, видимо, я на завтра. Уже завтра. А с вами был канал Мои Питомцы. Всем пока-пока.